друзья, с вами Лохматая Душа. И опять с криком и с отчаянием. Я понимаю, что кто мог, уже помогли. Но, ребята, вас почти 40 тысяч. Почти 40 тысяч. А помогают одни и те же, по капле. Друзья, я не прошу много. Мы не шикуем. Ребята, вы все видите, все перед вами. Но накормить, ребята, накормить их мы же можем. Ну почему же так много равнодушных, друзья? Прошу вас, поделитесь каплей. Пожалуйста, поделитесь каплей, чтобы накормить. Мы же должны накормить. Ну люди мы или кто? Ребята, мы же не картинки приходим смотреть. Это жизнь огромного приюта. Это жизнь. И никто не виноват, что в нашей стране такие идиотские законы. И мы все поставлены в условия выживания. Но даже в таких тяжелых условиях, ребята, давайте оставаться людьми. Просто обычными людьми. Да, с нашими проблемами, с нашими, Бог знает, какими чудовищными проблемами. У каждого они есть, я это знаю. И тем не менее, я прошу вас, друзья, давайте оставаться людьми. Каждый из вас может послать 50-100 рублей. Может, друзья. Но почему-то не хочет. Ну почему помогают одни и те же? Почему помогают старенькие бабушки, у которых вообще пенсия на ноле? Друзья, а мы? Другие мы. Я прошу вас. Это не упрек. Это отчаяние. Потому что смотреть вот стоящему рядом зверю в глаза, а он есть просит. Это страшно, ребят. Ну у вас же почти у каждого есть свой питомец. Посмотрите на него и спросите, а если я тебя не накормлю сегодня, как ты себя будешь чувствовать? Сами садясь за стол, ребят, протягивая руку к куску хлеба. Ребята, вы ведь тоже хотите есть. Люди, милые, помогите приюту. Помогите просто его накормить, пока решаются проблемы, пока нам обещают помощь, пока нас кормят этими обещаниями из месяца в месяц. Мы просто надеемся и ждем. И кроме вас у нас никого нету, никого. Пожалуйста, помогите нам просто выжить. Я прошу вас, люди, я прошу вас, отзовитесь, пожалуйста. Приют хочет есть, а корма осталась. Только на сегодня. На сегодня, ребят. Завтра корма нет. Но сегодня мы можем успеть купить еще. Хотя бы тонну-две. И продержаться еще день, два, три. Я прошу вас, друзья. Я прошу вас. Друзья, нам необходим один или два дня твердых в месяц, когда мы все вместе будем знать, в этот день нам надо сброситься всем вместе, чтобы продлить жизнь приюта. Всем вместе в этот день протянуть руку помощи. Именно в этот день. Авралы бывают всегда, но именно в эти два дня. Давайте мы сделаем 10 и 25. Именно в эти два дня мы придем все и нажмем на кнопочку «Перевести помощь». Кто сколько может. Я прошу вас, друзья, я прошу вас сделать для приюта день помощи 10 и 15 числа. Я прошу вас. Кто-то может раньше, кто-то позже. По мелочам помощь всегда капает. Но эти дни надо сделать настоящими, чтобы держать приют хоть немножечко. Хоть немножечко, ребята.